Всем привет, дорогим подписчикам, и сегодня я буду играть в игру... Ой, как там называется? Ну, короче, тут надо пуляться черепахой. Ну, вот сколько она... Вот у меня рекорд 505 метров, сколько она пролетит дальше, чтобы покупать всякие пушки, вот. Все такое, короче. Давайте, поехали. Раз, два, три. Тут летишь, падает, хоп, патрон сделал. Хоп, хоп. Все, у меня патроны кончились. Пролетел я 482 метра. Вот. Тут вот деньги зарабатываешь. 4 косаря у меня уже. Вот. Покупаешь пушки. У меня уже рогатка. Тут надо $12, чтобы купить такую пушку. Оружие, например, вот, чтобы стрелять. Дальше тоже. $10 000 надо купить. И штучки, простые ракеты там. Все такое. Ну вот, давайте еще раз сыграем. Забавная игрушка, можно поиграть. Тут вот панцири зарабатываешь. Супер Туртле. Это игра называется. Ой! Вот видите, не получилось. Реклама вот тут опа, тут остаться. Еще раз. Так, давайте. Последний раз. Эх, оп, денежку собрал. Эх, на рекорды не хватило. Немного прямо. У меня уже 5000. Сейчас накопим, купим что-нибудь это. Чем выше, тем дальше она летит. Эх, не получилось. Ну ладно, сейчас все патроны стратим. Тут денежки. Так, давайте заново тогда. Я мало пролетел. Так. Тут можно вот черепашек покупать. Уже 6000. Сейчас посмотрим там за 8, что можно купить. Так, это 12. Или вот за 10 можно купить, да? У меня там кот играет. Вот, смотрите. Тут можно вот черепашку выбрать. Можно прокрутить за 60 панцирей. А можно выбрать. Вот у меня черепашка выбрана. Так. Прокрутить за 100. У меня 1 минута. Так, надо бегом денежки зарабатывать. Так, сейчас. Еще раз. Надо до 10 тысяч накопить. Задолбали, правда, если. Эх, ну я тут что-то... Вот, подбросили меня, бомбочки тут подбрасывают. Ух ты, ух ты. Ну вот новый рекорд. Прикольная игрушка, можно поиграть. Панцирь собрал. А, пули.
Эх, панцирь жалко, нельзя. Вот это. Эти меня подбрасывают. Так, у меня тут кот в комнате играет. Не обращайте внимания. Рекорд 1500 метров. Так. 8000 у меня, нормально. Что-то можно купить, сейчас посмотрим. Штучки можно купить. Ракету. Давайте купим. Сейчас посмотрим. Так. Заново. Вот, за 100 панцирей можно открыть случайного персонажа. Эх, до бомбочки не достал. А, у меня же еще ракеты, я забыл. Сейчас тогда с ней попользуемся все. Сработано всего. Все, у меня денежный этот истек. Деньги истекают. Я там за бесплатно купил. Так, сейчас с ракеты попробуем. Кока-кола. Вот примерно так вот выглядит. Подбросил меня автоматчик. Эх, о, повезло, на колючки не упал. Да, если там на колючки или на шар попадешься, все, ты умер уже как бы. Тебе все заново надо. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.